Сегодня календарь просто пестрит праздничными датами. 1 апреля отмечают Всемирный день птиц, Международный день смеха, а в старину на Руси справляли довольно занятный праздник – пробуждение домового. В общем, как ни крути, а поводов для хорошего настроения сегодня немало. Даже у погоды оно отличное. Не верите? Сейчас убедитесь сами. Здравствуйте, в студии Анастасия Щербакова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. В четверг большая часть Западной Сибири окажется под властью погожего и аномально теплого антициклона с юга. Поэтому нас ждет отличный солнечный денек с температурой выше климатической нормы. 2 апреля в Тобольске малооблачно и без осадков. Ночью воздух остынет до минус 6, после полудня 7-9 градусов выше 0. Выше ясное небо и без осадков. В ночные часы минус 14-16, днем потеплеет до плюс 4. Завдуковске солнечно, осадков не ожидается. Ночью подморозит до минус 10, днем плюс 6-8 градусов. В Юлторовске легкие облака и не намека на осадки. В темное время суток 8-10 ниже 0, в светлое воздух прогреется до плюс 8. В Тюмени очень много солнца и никакой надежды на осадки. Под утро минус 4-6, днем столбики термометров поднимутся до плюс 9. Ветер южный 1,6 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное.